Да, свела магнолия на нашем участке. Это один из видов, у нас всего три. Пока это небольшое деревце такое совсем. В этом году оно уже больше. Вот такие цветы. Видите? У нас, кстати, было так тепло, солнышко было. А потом резко похолодало. Сейчас даже холодно. Сегодня первый день солнышка, а предыдущие дни был дождик. Поэтому не могла никак сфотографировать и снять видео про магнолию, которая расцвела. Смотрела только с окна, потому что дождь был сильный. Такого цвета красивого тоже. А вот и вторая магнолия. Мне она больше нравится. Она и повыше немножко зацвела. Нежно-белая с розовым. Закрылась почему-то сейчас магнолия. Ну-ка, откроем мы тебя чуть-чуть. А, видите, какая она. А третья магнолия вот такая. Такая, другая немножко. Видите, она как звездочками распустилась белая. Тут побольше цветочков. А в том году, предыдущем, она была совсем маленькая, подросла, и столько цветочков появилось в этом году. Ожила. Решили детям сделать сюрприз, заказали суши, которые все любят. Вот. Наш сыночек уже тут сервировку сделал, тарелочки разложил. Он лезет. Вот, и ну, наши любимые Филадельфия. Смотрите, какие. И вот еще коридо ролл с беконом. Самые любимые суши. Видите, какие. Ням-ням. С сыром Филадельфия. Соусы. Сейчас соусы они стали в таких бутылочках ставить, делать. Вот, очень удобно, кстати. Можно разлить вот в эти вот штучки. А тут вот имбирь. Маринованный. Будет очень вкусно. Сейчас мы выберем какой-то классный фильм семейный и будем смотреть. Кстати, кто знает интересные семейные фильмы, пишите в комментариях. Мы всегда в поисках самых интересных фильмов для всей семьи, чтобы можно было с детьми посмотреть. Всем приятного аппетита, кто сейчас тоже кушает. Смотрим фильм «Спортлото». Все многие знаете его. Классная комедия. Одна из любимых. «Спортлото 82». Вот. У нас по программе кофе. И начала картину разукрашивать. Медленно продвигается процесс, конечно. К зиме следующей закончу, наверное. Потому что этот как раз, вот, смотрите, зимний пейзаж. Сейчас я поближе. Такая картинка будет, вот. Домик, лодочка. Красиво должно быть. Вот. И вот такие мелкие-мелкие циферки. Красиво. Нужно каждый своим цветом заполнить. Вот цветовая гамма. Вот наша стоянка. Каждый номер отдельно. Вот, и каждым номером нужно разукрашивать правильно эту картину. Это такой процесс не быстрый, но зато очень успокаивает. И можно отвлекаться от каких-то проблем. Да и просто, как это сказать правильно, отдыхать и проводить свое время. Тут еще много разукрашивать, целая куча. Вот, помните такое? Вечерний хоккей. Ну, давай. Раз, два, три. Опа, опасная. Комбинация. Давай, давай, давай. Счет 2-1. Сын не играет. 2-2. Тут запутаться можно. Какую дергать, какую двигать, да? Ага. Серьезный соперник.
старайся. Оп, молодец, классная подача. А кто поломал у нас? Сегодня пришли две посылки с Алиэкспресс. Если честно, не в очень хорошем состоянии вот эта посылка у нас. Смотрите, тут даже написано вверху. Надеюсь, шло в пошкодженном стане. То есть дошло в поврежденном состоянии. Вот. И вот видите, что творится. Вот такой вот оно был. Пенопласт поломанный, скотчем залеплен. Надеюсь, внутри все нормально. Я заказывала на Алиэкспресс такие декоративные тюльпаны. Сейчас посмотрю, хоть бы все было хорошо. А здесь у нас такая для салата ложка. В общем, сейчас будем открывать, распаковывать. Вот так оно завернуто. Такую хорошую бумагу. Ну, вот наша такая ложечка. Мы ее откроем. Вот так отодвигается и открывается. Можно брать вот так вот их. Видите? Это для салата. Зеленые листья вот взял. И можно насыпать что-то. Вот так вот. Ну, в общем, будем пробовать. Но недорогое. Так, следующую посылку сейчас будем распаковывать. Вот такая упаковка. Видите, как разломан пенопласт был. Вот мои тюльпанчики. Надеюсь, целые. Очень жаль, что они так, конечно, неаккуратно доставляют. Вот так они здесь согнуты были. Собрала все тюльпанчики. Вот поставила в вазочку. Что могу сказать? Значит, во-первых, такой специфический запах. Ну, я читала в отзывах, что он потом выветрится, этот запах. Что мне еще не понравилось, они были согнутые, пока их все выровняла. И плюс, вот видите, здесь ровненькие все головочки. А вот белые, они вот почему-то пока вот так вот. То есть вот, видите, как кривовато стоит. Может, выровняются потом со временем. Вот так. Такой букет смотрится очень нежно в комнате. Вот поближе тюльпанчики, как выглядят, трехцветные. Белые, розовые и такие более бордовые. Видите, у них такая пористая основа интересная, силиконовая. Вот они, мягкие-мягкие. Запах уже выветрился. Поставили мы их пока в прихожую с фонариком рядом. Раз, два, молодец. Молодец, давай. Молодец. Давай. Открыто. Руки. Молодец. Молодец. Опа. Отходи сразу. Давай. Опа, молодец, правильно пробивай меня. Опа. Давай, давай. Давай, давай, давай. Опа. Давай. Опа. Понял? Нельзя открываться. Опа. Опа. Вот так. Опа. Получил. Правильно, правильно. Молодец.
сегодня приобрели в эпицентре такую грушу, повесили ее на наш турник и будем боксировать. Примерно так. Хорошо сжигает калории. И перчатки заодно купили. Если кто-то разозлился, можно побить грушу и успокоиться. Согнать злость. Мы с сыном хорошо потренируемся. Он сейчас персинуля покажет мастер-класс. Молодец. Ой, тихонько. О. Такая отдача назад, да? Молодец, молодец. Умничка, умничка. Все? Вот, да. Хорошая груша, песок, кожзам. 40 килограмм. 40 килограмм весит, да. Нормально, как раз оптимальный вариант. Для домашнего пользования вполне подойдет. Угу.